Ну що, друзі, ми повертаємося до студії, як і обіцяли. В другій годині прямого ефіру до нашої студії завітала ранкова гостя, з якою поговоримо про наймасштабнішу, мабуть, подію для Миколаєва, для осені, ну, мабуть, і для зими, та й для всього року. Це джазовий фестиваль, вже 10-й, ювілейний. Більш детальну всю інформацію дізнаєтеся згодом з уст нашої ранкової гості, тому залишайтеся з нами. ноября 10-й юбилейный джаз-фестиваль «Джубили». Джаз из Америки и Европы, Бразилии и Израиля. Все лучшее за 10 джазовых лет в одном концерте. Специальные гости: Лаура Марти, Джаз ин Киев Бэнд и знаменитые джазовые истории Алексея Когана. 29 ноября. Любимый джаз-фестиваль «Джубили». Областной дворец культуры. Билет на сайте «Хочу билет». Живой звук. Все будет джаз. Отже, ми вже в студії, в нашій студії є ранкова гостя, співачка, викладач Миколаївського вищого музичного училища Тетяна Орлова. Доброго ранку вам. Поспішаю представити, тому що є багато запитань і хотілося б все обговорити. Добре утро. І так, якщо ми говоримо про Джублі Фест 2017, нарешті всі чекали. Це, мабуть, уже з року в рік для меломанів та й взагалі для миколаївців величезна знакова подія, коли можна побачити зірок першого ешелону, першого масштабу, скажімо так, в Миколаєві. Приїжджають вони для того, щоб презентувати, скажімо так, і себе миколаївському глядачу, ну і побачити, що воно таке Миколаїв та Україна. А якщо говорити за ці 10 років, що запам'яталося найбільше, що було найзнаковіше, можливо, які зіркові гості? В течение этих 10 лет, в принципе, каждый наш фестиваль, так как, да, вот такое детище, мы к каждому фестивалю готовились по-особенному, и выбрать что-то одно практически, я даже не знаю. Ну, так и получается, по сути, год на каждого ребенка, вот, да. Да-да-да, и это всегда масштабная подготовка, это всегда продуманные какие-то вот моменты насчет, опять же, тех же гостей. Ну, конечно, вот запоминаются колоритные такие вот исполнители, да, как, например, Мауша Днет, это бразильская исполнительница, Карл Фриерсон был у нас несколько раз, да, и вот из наших исполнителей мне, например, как вокалистке всегда очень нравилось сотрудничать с Мэн Саунд, они приезжали тоже несколько раз к нам. И, ну, в принципе, есть что вспомнить, есть что рассказать. Это самое главное, что да, есть, да, есть можно что рассказать. Да. Да, каждый гость, он ценен для нас, и мы отбираем наших гостей, ну, наверное, по принципу, как бы, популярности вот той музыки, которую они исполняют. Это не всегда очень сложный джаз, да, то есть это не всегда какой-то супермодерн и так далее. Чаще это джаз, доступный для наших слушателей, и все-таки, конечно, за 10 лет вот мы воспитали уже, так сказать, культуру, да, своего зрителя. Ну, у нас зритель и так очень культурный был, дело в том, что почему-то так даже мы не ожидали, что настолько воспримется появление джаза, вот джазового фестиваля в Николаеве, такой отзыв, такой отклик мы нашли с первого фестиваля, и поэтому, наверное, вот до сих пор он существует, потому что люди просто, они поддерживают. Но я хочу сказать, что не только Николаев, потому что вот прослеживая просто комментарии в тех же соцсетях, прослеживая просто по хэштегу, да, предыдущих лет, приезжали из Киева, со Львова, с Одессы, ну ладно, тут Херсон, Одесса, да, но вот Киев, Львов, с восточных центров Украины, приезжают и ждут этого фестиваля. Вот 2017 год тоже вот просматривал просто отзывы и ожидания, все, да, мы ждем, ждем и ждем. Тем более, что анонсы многообещающие. Что в этом году, чем будете удивлять зрителя? В этом году мы будем удивлять зрителя отобранными самыми лучшими композициями за 10 лет. В первом отделении прозвучат, вот, прозвучит все то, что больше всего понравилось за предыдущие годы. Это будут разные составы, это будут и наш Big Band Performance, да, это будет и Big Band вместе со струнной группой, то есть это будет представлен симфо-джаз. Это будет замечательный дуэт с востока Украины. Мы делали проектик небольшой в Николаеве, он очень людям запал в душу. «Музыка в темноте», два слепых музыканта, вокалист и пианист, они потрясающие просто виртуозы, они будут играть вот сегодня и петь. Вот, во втором отделении мы, я думаю, что это будет хороший подарок к десятилетию для нас и для всех, кто придет, проект Алексея Когана «Джазовые истории». Ну, это, конечно же, выдающийся джазмен на Украине, он сам родоначальник такого фестиваля, как «Джаз ин Киев».
Он очень интересный повествователь, он музыковед, он бас-гитарист, у него потрясающий проект. И вместе с этим проектом выступит вокалистка Лаура Марти, она тоже уже не в первый раз у нас. И она очень понравилась, все ее вот визиты к нам в город, собирали полные залы. Я думаю, что будет вот так. Николаевец будет доволен, скажем так. Да. Если мы говорим, да, вот о гостях, которых вы приглашали, в этом году отбирали вы, конечно же, то, что понравилось больше всего и зрителю, и вам личные предпочтения. Но вот а как артисты, с каким настроем они едут в Николаев, с каким предожиданием? Артисты уже приехали, мы их уже встретили. Они любят сюда приезжать. Я хочу сказать, что Николаев очень гостеприимный. Те, кто приехали один раз, они ждут следующего раза. Те, кто приезжают уже не в первый раз, они приезжают как к себе домой. Это очень приятно. Ну и самое приятное, что все-таки благодаря этому фестивалю, который проходит в Николаеве, и вы включились, скажем так, в такую всеукраинскую, даже всемирную, знаете, сеть фестивалей джазовых. Я смотрю, вот активно, просто по Фейсбуку, там, Владимира, по-вашему, активно во всех различных фестивалях вы тоже берете участие. Это тоже приятно, потому что, наконец-то, скажем так, Николаев звучит не только в каких-то криминальных сводках новостей, но, наконец-то, в чем-то хорошем и позитивном. И это вот хорошая тенденция. Где-то джаз и криминал, это всегда. Да, исторически рядом. Тонкая грань, да. Но здесь грань очень тонкая, но хорошо, что в джазе. Поэтому это тоже радует, потому что Николаев есть кому представить на высоком уровне. В этом году, скажем так, для наших телезрителей, во сколько, где, давайте еще раз сделаем анонс, и по билетам, что, есть еще или нет? Или уже... Билетов осталось немного, да, на сайте «Хочу билет» можно приобрести, заказать билеты, можно купить в кассе. Угу. Мероприятие состоится в 19:00 в областном дворце культуры. Мы всех ждем, приходите, будет джаз. Вот так, друзья, обещают организаторы, что будет джаз из джаза, и Николаев сегодня реально станет столицей просто джаза всего мира. Сегодня будут там получать максимальный кайф. А для вас выжимка из 10 лет, если пропускали какие-то фестивали ранее, сегодня сможете увидеть все самое крутое.